Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Три, два, один, поехали. Всем привет, с вами Элла Дезертир, и мы продолжаем проходить Diablo 3 на хардкоре. Крестоносцы взяли новый квест и побежали найти нашу, кто, хижину Адрии. Что-то в этом роде. Да, действительно, ребятки, всем привет, и мы телепортируемся первым же делом на руины Тристрама. И побежали. Адрия, моя мать. Но мне мало. О, сейчас мы... Адрия, твоя мать. Твоя мать, она такая, а твой отец? Твой отец, мне сказали. Так, там, кстати, скиллы, проверь, они немножко изменились. Насчет чего? Ну, я, да, поменял. Здоровье! На! Вот у нас теперь еще вот такой крутой скилл есть. Вот чего я сейчас точно... Чего я сейчас точно не хочу, это замерзнуть. Не замерзнуть. Тебя кустик согреет. Сейчас он тебя согреет. Акустик. Гнев ему. Как мы одновременно перессались, а? Упс. Зря ты себя в уголок загнал. Нужно подождать. Блин, мы... А почему у нас мастер до 6 уровня поднялся? Не знаю! Это читерство! Если мы два крестоносца, это не значит, что у нас должны быть все чики-пуки. Здесь реально мастер 6 уровень. Я жив! Я жив! Я жив! Я не готова. Оглушай! Не могу! Я его вот так вот убью. Так, первая золотая шмотка. Вот первые золотые трусы. Фух. Ко мне приходил Айден. Стой. Тяжкие думы одолевали его. Я утешил. Что, у меня нет, как у тебя, золотых трусов. Но куда бы он ни шел, ад всегда. Так, все, я поговорил с Ли. Так я тоже поговорил уже давно. Нет, там диалоги, типа. А коняшку на каком уровне дает? Ой. На 20-м, что ли, не помню. Сзади! Сзади их тормози! Стопори задних! Оглушай! Завязывай глазки! Завязывай! Хдыщ! А что ты уже на 7-й повысился? Мне не хватает. Или это что-то другое, чувак? Я не знаю, что это! Походу, чувак, у нас проблемы! Мне сейчас в комментариях напишут: дебилы, это то-то, то-то, то-то! Да-да-да! Вы чё, не знаете? Вы сами же обзор делали. Чё вы тут? А, чувак, это показан наш уровень. Для этого. Точно, да. Мы тусыкуем тебя. Вот. Так что все нормально. Я еще удивился, там же на мастере нету, только на X. Да-да-да, я еще тоже как бы подумал, но... Я думаю, нам уже в комментариях еще в первой части об этом все сказали. Да. Так, нам первую руну раскупим. Мне нужно больше гнева. А здесь что? Если что, чтобы вы просто знали, мы как бы пишем две части сегодня, первую и вторую, поэтому если вы написали нам в комментариях, что, мол, вот вы такие-то, такие-то, мы как бы это, к сожалению, уже поймем, но... Да, можно по две серии в день открывать, они коротенькие. Но... Не, я думаю, просто вот написать вот в четверг и в пятницу выложить и... Так. Потому что я не знаю, смогу я на этой неделе еще писать, а вот выходные можно попробовать. Окей. Поэтому так, ну... да, без обид, ребят. А рекламный-то ролик надо будет отдельно записать, крестоносца. В смысле? Что, ну, вот, мол, такая-то фигня, вот что мы вот выпускаем и все. Или ты имеешь в виду что? Ну помнишь, у нас, когда я говорю, приготовься, сейчас будет рекламный ролик. А его не было! Ну вот, я говорю, его отдельно надо для первой серии записать. Такого вообще не было. Он есть, ты чё? Не, его не было. Не может быть, что они, что Близзарды настолько... Чувак, сильно... они даже муют не сделали. Ну, это-то мы знаем. Видал-ка их, долбаю, короче, вот этой цепкой. Ну, вообще-то у меня тоже такая. Не, ну у меня-то еще этот... Оружие получится. Оружие круче, да. О, у тебя есть ослепление, там пончик? Там два пончика.
Пойду я тут одного побью. Блин, что-то какой-то ауешный он, это вот так крестоносит. Да, у него почти каждое второе заклинание ауе. Так, давай стоим здесь, сейчас я... А, ты уже оглушил, следующий тогда я буду. Ой. Лучше бы ты отошел в начале. Щуки. Какие щуки? Глисты. У них есть имя Макабра? Да, это у этих толстячков. У нас это будет просто пончики. Хотя непонятно, почему пончики, да? Ну почему? Просто напомнили нам по какой-то непонятной причине пончиков. А я вот не помню, как пончик выглядит. Я просто когда в тот момент. Пончик это такая вот круглая фигня с дыркой посередине. Ну точнее, да, он не круглый, а. Ну ты понял. Короче, покрышка. Ну да. Расходимся. Почему вот на меня две побежало, на тебя ни одна? Зато у меня здесь и так было. А чё он иногда какую-то белую фигню пускает? В смысле? Точнее, желтую. Куда? Ну вот бывает и из моего перса какая-то желтая ерунда на весь экран вылазит. Ну ладно, ты в туалет просто... ходишь. Ага. Ему пошутил. Почему нельзя? Чувак, не делай так, а у меня уши не казенные. А, все понял. Ты понял, да? Да. Драк так не вздает, да? Мне не хватает бит. Давай, приготовься, оглушить их. Я их уже оглушил, в том-то и проблема. У меня готово, давай я оглушаю. Иди ко мне. Чувак, я и так рядом с тобой. Стань! Блин, крестоносец, дебил какой-то, ауешный. Ух! Не, чувак, что-то какие-то жесткие очень. Че, снижаем? Не, вот именно вот это вот парочка. Потому что мы ауешим, у нас нету скилла, который... Так, еще что-то открылось. У нас вот эта цепочка, она бьет довольно нехило, но... Так, я вроде отвел одного. Ну, а здесь двумя дерут. Пытаюсь. Ну, ты там мужик, ты как ты можешь позволить, я-то за девушку играю. Мне кажется, один к тебе ушел. Я думаю, это не один, походу. Так, эти плетки надо выключать, они вообще никакого дамага. Они офигенные, но против это. Они наносят дамаг, ты зря. Они по 50 дамага снимают. У меня лично. Так, давай разных бить, а. Плетки офигенные, на самом деле. Они наносят лично у меня где-то 50 дамага. За раз. У меня 22. Так что... Ну, я не сказал бы, чтобы это офигенно много. Но это офигенно. Сейчас я левел получу. Вот прям вот, знаешь, у меня... Сейчас даже скажу. Мне нужно 54, чтобы левел получить. Так, я ослепление убрал. Ослепление другое. Не надо убирать вообще. Это еще чувак. А горячий щит поставил, видишь? А, теперь это щит горит, загорает, да? А, я вон в этого превращаюсь. В крестика. Какого крестика? В нолика. В защите он у меня. В крестика он в нолика. Железная кожа? Да. Она хуже. Она хуже? Она хуже, да. Лучше вот, кстати, возьми за место этой раскол щита, а тут наказание рык. Окей, сейчас тогда я поменяю на ослепление обратно. Да. То, что ослепление, оно ауешит и довольно хорошо ауешит, а это оно только... Смотри, тыщ. Чувствую себя монахом каким-то. Монах, куда идем? Я и веду, по-моему, не? Почему у меня щит? У нас иногда щиты загораются. Черт, гребаную эссенцию дали. Грибошки! Надо грибок, по-моему, у всех есть. Да, ну. Первая легендарка вы. А мне не первая, мне вот за секунду до выпала. Мне не хватает. Ну нафига ты два раза? Я, говорит, тайминг знаю. Ну так я как раз. Все нормально. Так, сейчас. Мне до этого выпало дневник путешественника. Рыжий тоже.
Так, надо что-то другое ставить. Мне это ей-богу надоедает. Хотя руна что она делает? Мне еще нравится то, что чувак может носить еще в двух руках. Ну, двуручники. В одной руке. Гоблин. Дыщ! Да не, мы его не убьем. Ты че, 2000 хп, мы его не убьем, чувак. Как не старайся. Даже если захотим. Да стой ты! Да стой ты! На него это не 10 минут. Да не, чувак. Я не готова. Свечка. А быть надо. Да. Ладно, посмотрим, что мне там выпало. Тебе нужно? Кто? Такая штучка. Давай, урон хоть повысится. Ты еще меня, ты же урон наносит, да? Так. Блин, она еще в двух руках он ее несет, светильник какой-то. Серьезно, светильник. Как-то Blizzard и поленились крестоносца прорисовать. Не знаю, там что ты там говоришь, у меня он все в одной руке носит она. У меня мужик что? А, у тебя двуручная, а у меня одноручная, да? Так, знаешь, в чем проблема? Ну. Что я ослепление не могу использовать с этим оружием. Ну да, без щита нельзя. Я забыл тебя об этом предупредить. Все скиллы, которые с щитом, ты не можешь юзать без него. Там, кстати, потом, когда дадут на вот ту фигню, которая, ну, как цепь такая, да? Ага. На нее потом дадут неплохой скилл огненный. Ну, о, нифига, сколько ты трупов убил. Видал, видал, да? Они только что один... потолка. Да-да-да. О, Карат, спаси меня! На! Карат внемлет тебе, друг. Еще всех там закоцали. Он что-то выбросил. Золото. А, золото. Всего-то. 48. Блин, с моими-то четырьмя лямами. За золото-то переживать. У меня здесь всего 400. Ну, обращайся, если оно тебе нужно. Окей. Подари мне золото. Все, оно сейчас нафиг не нужно. Мне вот сейчас материалы нужны, что я могу делать. Мне тоже. Я сейчас тоже все ломать буду. Ломать или не строить. Хтыщ! На! Я так сейчас смотрю, опять думаю. О, уже 8. Фига мы с тобой попали. Ну, типа это, по уровень сложности. Да, 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 да. Пойдем сразу наверх. Мы сейчас дедушку спасем, да. Да-да-да. Ну зачем вот игра сохраняется? Все равно, если умрешь, уже эти сохранения никак не помогут. Но она типа сохраняет прогресс твоего сюжета, пока ты жив. Спасибо, что живой. Да. Напомним еще раз, что у нас есть клан под названием Живой. Нет, клан под названием Жезл Во, а клантек Живой. Так, то есть ты мне как бы так тонко намекнул, что ты предлагаешь мне драться с этим бугаем, да? Да. Ты можешь танковать, ты же у нас баба с яйцами. Ага, вот как-то так даже, да? Я предоставлю это второй бабе, которая действительно с яйцами. По крайней мере, в виде персонажа. Хорош, блин, ты умение нормальное, что ли, крестоносцу сделал. Так, я юзаю? Да. Раны заживают, не сказал. Затягиваются. На! Нам оружие надо, на самом деле, а не умение. Да. Жезл нам надо. Во! Я честно не знаю, как здесь работает система поиска клан, поэтому... Но пытайтесь найти Жезл Во или клан Живой. Вот вы видите, клан Тек у нас вот как бы по углам расставлен.
Да блин, легче телепортануться, пока он туда калитку открыл. А у нас нету. И поговорить об упавшей. Сам город? А, точно, еще пока нету. Вот-вот. О! Мульт. Да. Я спасла старого ученого и узнала, что между мной и упавшей звездой стоит король-скелет. Но это ненадолго. Новенькое что-то или все по-старому? Ну, между ними стоит король-скелет. Который нас изрядно потрепает. Что такое? Я просто сейчас подумал, как он нас потрепает. Он нас будет очень долго трепать. Так, ну а я, благо умный, кое-что призапас, как оказалось, себе. И могу чуть-чуть понадевать тут. Или все-таки не стоит, не знаю. Кое-что у меня тут имеется. Осталось. Пусть и мало. Какой у меня левел меч, например? На 15-й. Но только для кого. А, они знаешь, что еще сделали? Но купленные вещи нельзя распылять. Да, я знаю. Но это же неинтересно. А, блин, мы даже, кстати, с тобой еще спом... А, нет, можем. Так, сейчас я поговорю, чтобы достижения, если что, были. Тебе делать ничего. Сейчас-то зачем? Не знаю, пусть будет. Так. О, здесь дубина есть. Которая прям урон нам добавит. Она по скорости, кстати, как? 1.2, 1.40. Но зато... Но зато добавляет урону. Правильно? Угу. Нам урон. О, сразу открылась интересная штука. Я пушку могу сделать. Это с чего это здесь так? Ну, я прокачал этого балбеса до 10 уровня. А он тебе здесь не прокачан был? Двуручное оружие. Ну, блин, нафиг оно мне нужно. Блин, надо же было читать, что оно в двух руках. А вот одна рука. Так. 25 урона. Сейчас я тоже быстренько поговорю. В моем случае очень быстренько. Так, и я пойду. У тебя разве кузнец здесь? Он вообще, по-моему, не здесь был. Кузнец всегда здесь стоял, ты чё? Нет, он в другом месте сейчас находится. Ну, потому что он квест нам хочет дать. Ну да. Так, 11 к живучести. Ну, 11 к живучести лучше, чем 6 к интеллекту, правильно? Конечно. Да, вот это вот мне абсолютно не нравится, что нельзя ломать шмотки. Здесь неплохой щит есть. Я его купил. Такое ощущение, как будто ты у меня его украл, так сказал. Я его, говорит, купил. Но он был желтый. То есть два желтых нельзя. Но я тебе могу за это вот это купить. Все. О, мэр убрал. Я откупился от тебя, слышишь? Так, а у нас девушки нету, да? Здесь. Она еще не пришла сюда. Ты Хедрик? Спасибо. Ну, в смысле, девушка колдунья, что ли? Подозрительными типами. Но все, что остается, показываю тебе. К живучести и к скорости атаки. Так. Я думаю, два вот этих куплю. Вот, теперь у меня 1000 почти хп. Так, насмешка есть. И вот, заряженный удар наконец-то появился. Отличнейшая штучка. Широкий замах. Буквально на следующем левеле появится еще одна хорошая штука. Все, пойдем. Побежали. У тебя сколько хп? 780. А, мне надо вот эту фишку включить, кстати, сейчас точно. Игра. Здоровье игроков применить. Вот, чтобы я видел.
Ой, я снова сношу. А знаешь, в чем прикол насмешки? А, нажми. Они все на тебя агрятся. Ну ты молодец. Особенно вот ты бы не сказал, но у меня один удар оставался бы. Надо было, надо было. Я так говорю, теперь прохождение, продолжение прохождения смотрите у Дески на канале. Да-да-да-да-да-да. И это в самом начале, да? Вообще, на самом деле, я даже не знаю... Любовь моя, прости. Что нас ждет? Ну чё же он её кормил-то, а? Иди на меня, дура, у меня больше хп. А с чего бы это вдруг? Ну, у меня 912, у тебя 780. Что-то он промазал ослеплением своим. Ну раз ты так хочешь, чтобы она не тебя огрелась, то пожалуйста. Тебя у меня бы ничего не было. Ничего мне не... В этом я могу гробниться. В этом я могу гробниться. Если увидишь там моего дурака подмастерья, скажи ему, чтобы он шел обратно в город. Так, а что здесь? 6 при убийстве монстров и одна постоянно. Сейчас быстренько пройдем вот этот момент. И, наверное, на этом часть мы можем завершать, я думаю. Угу. Блин, слушай, как мне нравится вот эта плеть. Да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот, вот этих лучше. Я их, конечно, на себя сагрю. И буду бегать вот так, а ты? Давай. Ох, как тут их там много-то, слушай, а? Ну чё, ты это... переоценил свои возможности? Да не, нормально всё. Пока живой вроде бы. Нам главное призраков убить. Так в том-то и дело, они самые. Они больше всех-то и убегают. Я не говорю, что нам... Ну пока толстячка добьем, ладно, хотя бы. Дура. Дура. Ты че меня бьешь? Так, я опять чуть не сдох. А, я понял, что еще. Я вспомнил, точнее, что еще делает эта хрень. Она, конечно, призывает всех на тебя, но при этом восстанавливает тебе полностью твою эту. Но. Ненависть. Ага. Вот, да. У меня, кстати, 101 крит был с цепи. Ты говоришь, цепь хрень. Так, я почти добил одного призрака, кстати. Ага. 105 сейчас был крит. Ну я встаю, танкую, кстати. Неплохо. Я бью тот, кто близко ко мне. Ну да. Блин, вот сейчас комментарии, а. Хватит монстров шикатить. Ну а чё вы хотели, ребят, блин? Это хардкор, настоящий хардкор. Очень хорошо, что мы пока живы. Вообще, по идее, мы уже давно умереть должны были. Да ладно, чего ж ты так. Вот столько мы его щекотили, блин, столько времени потратили. Он говорит, ну ладно. Говорит, цепь хорошая. Да, согласен, у вас цепь лучше, чем у меня. Блять. Блять, разума. Они, кстати, слепые на меня сагрились. А, нет-то. Я грилку нажал, и они слепые на меня побежали. Бобо. Ты левел там получил, да? Да. Негодяйка, а я нет. У меня еще и слот открылся. Да-да-да, у тебя там первый. А я мать начал бить. Вон, видишь. А тут надо пассивку ставить, чтобы управлять двумя оружиями. Да-да-да. Ну, двуручными. Двуручные, ага. И щит.
Так он будет два оружия держать и еще щит в одной руке? Нет, двуручное оружие будет держать и щит. Я не готова. Ну, короче, двуручник плюс щит. Я его, когда в первый раз увидел, сравнил почему-то с варваром из этого. Ну, из Вовки. Из Вовки, да. Так, дай-ка я поставлю тоже скиллы. А то ты поставил, так, а я пока не поставил. Пойду умру. О, идем сюда, колодец. Там что, бьют, что ли? А я стою, блин, там под этим. Идем, 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 фонтанчик. Ща, фонтанчик, погоди, дай возьму. Ну подойди чуть ближе, ты же можешь под. Ну, давай. Жмакай. Все, готов, вон мы нашли все, просто да. Этого балбеса. Ну а нам не он нужен. Кузнеца. Еще одна невинная жертва. Он лишь дает нам дополнительные проблемы. Блин, сух, тут зомби полно. Я заблочил как раз одного из зомби за тебя, чтобы он тебя не атаковал. Так, нам надо поторопиться. Да, давай быстрее. Там всего-то надо добежать вот до верха. Чего вы меня бьете так больно, слышите? Смотри, так. Хоба! Хоба! Ну, уже полукоцанный. Не, ну главное прийти показать, какая разница полукоцанных, не докоцанных. Это какая-то не имеет значения. Все, не имеет значения, побежали. Стой. А, на 11-м левеле. Упали. Хоба! Читерное заклинание, что восстанавливает всю ненависть. Ну не всю. Ну большую часть. Какой-то процент она восстанавливает. Хоба! Вовремя, да, скажи? Да, два раза. Не взнули. Ну вот так, кстати, более живым себя чувствуешь, да? Ох, как рванул топончик, а. Я чуть ни копыта не склеил. Да? Там до половины просел. Оба. Ну чё, нам никто это не скинет пузырь? Не. Своими пузырями сыты будете, говорят. Это надо материнский клуб здесь убить одиночек. Давай, займись этим пока. Как-то поздно вспоминаешь, что ты на хардкоре, знаешь? Он привык уже на софткоре валяться. Да, ну как, я там редко падаю. Маг, он как бы позволяет не падать. Но, тем не менее, да. Привык, то, что мы друга с другом докачали своих этих крестоносцев буквально за несколько минут, можно сказать, до 50-го левела. Все, побежали. Валяются. Ой, зря я, наверное, это сделал, да? Событие-то. Зря я вообще этих ребят решил потрогать. Ребят, вы, конечно, хорошие друзья мне. Все такое. Сегодня я вас на чай не звал. Что быстрое событие. Ну, оно просто как-то так... Началось и закончилось. Да. Так, стой. Здесь гнев поменяй сначала. Стой, стой, стой. Вот эту цепь поменяй на воспламеняющийся удар. Это очень важно. Что поменять? Воспламеняющийся удар сделает, а дополнительный дамаг от огня будет еще. Вот так, смотри. Дал? Пончик! О! Не раскрывайся. Переливающая слеза. Да, блин. Нет бы какую-нибудь шмотку дать, да? Ну, а я и говорю, нафиг нам эти слезы. А, ну мы, кстати, можем, знаешь, как сделать? Ты можешь, например, танковать под броней, а я буду на них слепоту накладывать. Можно и так. Давай тогда так и сделаем. Сейчас только добьем. Я беру эти фигни.
Ты только тоже огненную поставь. А то ты, я смотрю, цепь-то не поставил. Сейчас, сейчас. Это вот, которая на правую кнопку мыши. Хдыщ. Так, чел. Да. Уже 31 минута. Давай, бегом, бегом. Просто добежим, добежим. Уже просто, давай, а, бежим. Давай, 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 да, просто до портала надо. Вон туда. Вон он же светится. Светится дыркой, дыркой из бублика. Давай, беги, беги, мужик. Нам еще конешек пока не дали, но мы добежим. Давай. Все, мы уже там, заткнись. Уже там, отлично. Тут, тут мертвец. А тут этот с книжкой не лежит, не? Не лежит, черт. Не, не лежит. Не лежит, ладно. Вот, мы добежали. Окей. В общем, как вы поняли, это еще одна конечная часть. Вторая, конец ее поворачивающейся к камере. Негодующий ты наш. Да куда там убежал-то, ё-мо? Стой, ты на месте! Да, ё-мо. Ну, в общем, это конец этой части. И хочу вам еще раз напомнить, что у нас есть наш клан, который называется Жезл Во, в сокращении Живой. Вот, вступайте. Вступайте в него. Во. Во какой жезл. Вот такой вот живой клан. Вступайте, ждем. Нас много будет, надеюсь. Так что давайте. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.